Всем привет, Леонид Котвицкий. Сегодня тема «Активные роторы для мотоблока, мотокультиватора». Какими они должны быть, если их покупать? Вот я купил себе и начинаем. Ну, первое, с чего они, конечно, должны быть, это должны быть под ваш мотоблок, под вал, сколько он миллиметров, круглый или шестикранный. Второе, размеры. Сразу показываю. Почему я заговорил про размеры? Я свои сразу обрезал. Дело в том, что продают почему-то штамповки 70-сантиметровые. И нету меньших. Меньшие есть только от Бенасси, фирменные, очень дорогие. Ну их. Продают 70 сантиметров и все. Некоторые думают, красота, 70-70, посерединка еще. Полтора метра сразу пошел. Но дело в том, что либо у вас какой-то сверхтяжелый, сверхмощный мотоблок с сильнейшим редуктором, либо вы этот редуктор убьете, либо будете разбивать только верхние комочки, так идти и чуть-чуть там разбивать комочки, пробарануете поле. Ну если только для этого, то да, но большинство все же захочет прорыхлить более-менее в глубину, корни повыбивать. А что происходит? Вот смотрите, штатные фрезы. Одна фреза, две фрезы, и вот то, что я обрезал, это уже три фрезы. Это штатная фреза. Ну, гусиные лапки у меня есть. Тоже, кстати, обрезанные, сравнимо с оригиналом. Чуть-чуть шире. Но сравнимо с ними, тот необрезанный активный ротор, это где-то 2,5 таких фрезы. Все равно это очень много. Надо понимать, что техника такого не будет выдерживать. И либо вы сверху будете причесывать поле, так, либо придется все-таки их сделать меньше. Сейчас они в обрезанном виде 42 сантиметра. Это уже метр где-то захвата получается, до метра. Это уже меньше, и то оно зарывается сантиметров где-то до 10, уже комфортно. Но если в какой-то песок пойти, в какую-то крайне рыхлую почву, может зароиться на 15, но это уже в самых-самых легких почвах. Так что размер здесь имеет значение. Естественно, делать их совсем маленькими уже смысла нет, 20-сантиметровыми. Но надо понимать, что... Либо это будет баранование сверху, легонькое, либо лучше их сделать меньшими, чтобы не убивать свою технику, потому что редукторы могут полететь. Второе. В интернете я когда-то обломался. Присутствуют вот такие модели. Это я заказал 50 сантиметров себе, а они 70 сантиметров идут. Два кружка и одна единственная идет полоска металла. Причем полоска вот такой же толщины, как эта. Такой же ширины крепости. Ой, в общем, купил я просто потому, чтобы дешевле. Денег тогда особо не было. Купил, рискнул. За 10 метров. Я 10 метров прошелся с ними. И все вот эти бляшки повырывало, повыкручивало. Просто из сварочных мест повыдергивало. И на этом вся работа через 10 метров закончилась. Они и сейчас продаются вот такие же. Итак, вот мы на Prom.ua в поиске роторные бороны. Вот могу показать такую же, почти такую же, как моя. Моя была 50 сантиметров, одна секционная. Здесь две секции, как бы, вроде бы дешевле, 850 гривен и 0,7 метра. 35 сантиметров одна секция. Сразу скажу, долго не прослужит. 20-25 сантиметров секция еще. 35 это уже слишком. Начнет где-то посередине, еще где-то. Пусть не 10 метров, но несколько соток. И таки повырывает эти железячки. Придется их обратно прикручивать, приваривать. Это будет мучение. Вот не советую такое брать. 70 сантиметров две секции это слишком мало на одну секцию. Что интересно, осенью еще покупал вот таких, как здесь идут. Любую сейчас выберем наугад. Двухсекционных коротких не было. Были только вот эти все 70-сантиметровые. Теперь, видно, взялись за ум и начали делать покороче. Итак, длина 469-47 сантиметров длина. Две секции. Это значит, одна секция 23 сантиметра. Вот такая секция еще более-менее будет служить. Это фактически сейчас
такая барана, как у меня, после того, как я свою третью секцию отрезал. И вот те же 860 гривен, что и та Булат, только она короче. Но короче, и при этом она будет служить значительно дольше, чем та. Вот захочется человеку 70-сантиметровую взять, 1,5 метра сразу за раз брать. Либо он будет только сверху комочки разбивать. Ну так если уж сверху разбивать комочки вместо нормальной работы, то купи себе вот такую борону. Возьми зубовую борону, а не активный ротор, который реально может копать почву поглубже, который выбивает сорняки активно. И не только свежевзошедшие, а и многолетники с уже хорошими корнями, стеблями. Заделывать сидираты им можно, да? То если ты берешь для таких целей, то соответственно, возьми не такую ерунду, возьми что-то, чтобы, говорю, одна секция была до 25 сантиметров. Здесь смотрим, 50 сантиметров, трехсекционные, 845 гривен, вообще красота. 50 сантиметров, это на 3 секции хорошо. Но и эти двухсекционные будут нормально, лишь бы не увлекаться, так? Не увлекаться тем, чем не надо. Эти будут вполне нормально. Но опять та же ситуация. 70-сантиметровая, один пролет 35 сантиметра, будет выкручивать. Так, вот это у меня гложут сомнения. Что сказать? Вместо кружка здесь приварено к вот таким полоскам. Если бы это были хотя бы уголки, хотя бы это был уголок 25 мм, я еще понимаю, оно будет держать. Но просто полосковый тонкий металл не будет держать. Пусть здесь и секции короткие, так, здесь секции короче, но что на таких полосочках будет нормально держать. Прошу прощения. Не верю я, что эти полоски не повыгибает. Скорее всего, их повыгибает довольно быстро. И вот получится как бы экономия на металле для производителя, а для пользователя, скорее всего, ничего хорошего от этого не будет. Так, идем дальше. Найдем все-таки трехсекционную 70-сантиметровую. Вот, наверное, это Нева, это та, что я покупал. 30 мм посадочный вал. Итак, 0,7 метра. 0,7 метра, 1024 гривны. Так, 3 секции. Каждая секция будет 23 сантиметра. 23 сантиметра вполне нормально, так как у меня. Вот это то, что я купил осенью, они тогда были дешевле, явно. Вот, но одна секция мне оказалась лишняя, а двух секционных тогда не было. Не было тогда, только в этом году, похоже, начали все-таки делать что-то такое экономное. Но, говорю, я не знаю, для чего брать 1,5 метра идти сразу и брать для... И это реально почвообрабатывающий инструмент, а не просто там как барана. Я бы лучше взял короче, но чтобы оно было... могло брать глубже. Вот. Вот так. Остальные идут более-менее все одинаковые. Тут только цвет, по-моему, отличается. В общем, смотрите, чтобы один пролет был до 23 сантиметров. Так, пролет вот такого рода, вот это 35 сантиметров, это будет выкручивать. Если уж 50 сантиметров, как в той, что я показывал у меня 5 лет назад заказанной, то вообще это пройдет только 10 метров и все, и ничего не станет. Экономия должна быть, я не фанат там покупать что-то крутое, фирменное, тяжелое, но экономия должна быть разумная. В данном случае это желание и большую борону иметь, и в то же время дешевую, обернется тем, что ты не будешь иметь никакой, она просто тебе развалится. Все, всем пока, с этим вопросом пока. Возвращаемся обратно к гаражу. Будьте разумны. Здесь промежутки в 20 с чем-то сантиметров, то здесь оно еще более-менее, эта полоска держится, и
и то может попасть где-то на камень, на что-то такое очень твердое, и то прогибалось. У меня в одном месте уже прогнулось, пока работал, ну, выбил молотком, выгнул. Но если на 70 сантиметров одна будет, или даже на 51, оно не выдержит, оно вырвет просто все, разогнет и так далее, не ведитесь. Я не фанат дорогущих каких-то крутых фирменных моделей, но настолько дешевые, это получается облом. Я потом к тем своим фрезам уже приваривал более толстые полосы, оно стало слишком тяжелым. Вот, в общем, я подолбался и так их и забросил на 5 лет. А вот теперь купил эти, обрезал, работают они хорошо, и легкие, и не нагружают технику, и свою функцию выполняют, и не выламываются, не выкручиваются с первых же минут. Еще вопрос, это заточка. Дело в том, что варят на этих покупных вот так плашмя, выгиба никакого нет. Какая-то логика в этом есть, ты можешь работать и этой стороной заточенной, и этой стороной, если какой-то песок сплошной такой, что летом ходишь, аж ноги проваливаются в огороде, просто проваливаются по щиколотке. Голимый песок, лучше работать тогда тупой частью, либо вообще не затачивать, либо на глинистую почву идти заточенной, на песчаную, на эту сторону развернуть. Но в целом их надо заточить. Я уже работал незаточенными, видео будет, уже снято. Потом подточил, стало лучше. Сейчас уже вообще довел заточку, ну не до уровня ножа, но хорошо заточил. Только какой момент? Здесь, если присмотритесь, я уже начал точить с этой стороны, а потом спохватился и начал уже точить изнутри. Изнутри начал делать заточку. Дело в том, что из-за заточки и так угла нет, вот такого выгиба, а из-за заточки угол еще больше, навстречу так почве изменяется, и зацепка будет хуже. Вот. Так что точить лучше изнутри. Изнутри, чтобы этот край оставался ровненьким, а изнутри шла заточка. Именно в таких моделях. Я не говорю, если сварено сразу с чуть-чуть выгибом, то оно будет цеплять хорошо, и тогда можно точить так, как удобнее. Итак, размер вала, размер самих фрез, будьте осторожны. То, что должны быть промежуточные вставки, чтобы эти бляшки не вырывало. Либо эти бляха должна быть очень большой, толстой, массивной. Так вот, как я здесь варил. Варил, а потом уже стал отрезать себе на другие какие-то вещи использовать. Но мне это, кстати говоря, не понравилось. Потому что стала очень тяжеленная такая махина. А у меня легкий мотокультиватор. Плохо оно себя чувствовало. Далее. Где нарезать вот эти дыры под болты? Я нарезал так. Здесь нарезать можно дальше, ближе. Вот. Я нарезать надо так, чтобы и не слишком большое расстояние было. Пустое, которое не будет захватываться. И в то же время оно не должно прям цеплять вам за редуктор, за части мотоблока. Смотрите. Вы сверливаете это отверстие там, где именно вам надо, либо используйте то, которое будет при продаже. Еще момент. Со временем начинает здесь разбиваться отверстие. Если у вас только не шестигранник, на шестигранных уже так не разбивается. А на круглых очень быстро разбивается. Так начинается здесь все шире и шире это отверстие. Что, естественно, создает проблему. Решается это просто. Сначала я на новых использую, вставляю стопор, оно чуть-чуть расшевеливается, потому что слишком туго сначала, но потом берется гайка и приваривается сверху гайка, чуть большего размера. Если здесь у меня десятка стопор, то гайка возьмется двенадцатка. Приварится здесь гайка, и уже вся нагрузка от стопора будет идти на гайку. И разбивать они перестают. Простейший трюк. Вот, пожалуй, и все. Инструмент очень хороший. Особенно в плане уничтожения сорняков, выравнивания площади. Заделки сидиратов – это вообще прелесть. Если нет плуга, то или не хотите пахать, то заделка навоза этой штукой – тоже хорошая очень вещь. Перемешивание с навоза с почвой. Крайне полезный инструмент, но надо его и довести до ума в плане заточки, и выбрать что-то такое подходящее, а не такое, как я в свое время обломался.
Ну и в интернете много самодельных вариаций. Конечно, в этом есть смысл. Уже под себя сделаешь так, как ты хочешь. Но не у всех есть материал. Вот у меня, например, в селе еще трубу и вот эти бляшки можно найти. Листового материала, чтобы вырезать эти кружки, нету. Потом в них вырезай. Ну, короче, нет материала. Это надо попоискать. Где-то ехать в город, то я в город буду ехать ради вот этих кусочков искать. Потом их еще вырезать. Ну, короче, это такая заморока, что проще купить, если оно не очень дорогое, а бы оно служило. Так? Вот эта штука уже испытана на нескольких огородах, служит, работает, и по вот такому шаблону можно покупать. Ну, надо понимать, что где-то оно может ударившийся камень и подогнуться, ничего, молоточек в руки разгибается, оно не есть такое прям уже, прям броня танка, так, оно более-менее мягкое, но такого, как у меня было с вот этими вот, да, что прошел 10 метров и все, и у тебя уже нету активных роторов, можешь их снимать и выбрасывать, то такого нет. Где-то что-то может подогнуться в любой технике и в любом случае, но вполне себе вещь рабочая, приятная, и если будете покупать, то смотрите, на что смотреть, я вам рассказал. Все, заболтался. Позже будет показано вам видео уже работы, как оно работает, что оно делает на нескольких огородах. Пока что всем пока. До встречи. С вами был Леонид Котвицкий.